Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Областная федерация профсоюзов ищет нового арендатора для исторического здания в центре Кирова. Речь идет о старинном особняке на Карла Маркса 79 возле кинотеатра «Октябрь», также известном как Дом Левицкого. Здание является объектом культурного наследия. Ранее его арендовала кофейня «Глобус». После ее закрытия особняк пустует уже несколько месяцев. Федерация профсоюзов намерена найти нового арендатора на длительный срок, сообщил накануне ее председатель Роман Береснев. По словам Береснева, пока потенциальным арендаторам предложено использование цокольного этажа дома Левицкого в качестве кофейни, а второго и третьего этажей – под офисные помещения. Председатель Федерации профсоюзов пояснил, что организация более заинтересована в получении постоянного системного дохода, поэтому вопрос продажи здания не рассматривается. Дайджест недвижимости. Открытие торгово-развлекательного центра на Луганской перенесли на 2019 год. Об этом сообщается на сайтах ритейля, пишет Newsler.ru. Ранее сообщалось, что торгово-развлекательный комплекс «Макси» откроется по адресу Луганская, 53, уже в этом году. На двух этажах здания должны разместиться 130 магазинов, многозальный кинотеатр, детский развивающий центр, фитнес и спа-центры, рестораны, кафе и фудкорт. Для посетителей на наземной парковке предусмотрено более 2500 машиномест. Дайджест недвижимости. В России могут запретить продажу жилья с долгами по коммунальным платежам. Как пишет российская газета, эта идея обсуждается в Государственной Думе. Ранее с подобной инициативой уже выступал Минстрой. Поводом стало то, что, несмотря на повышение штрафов для неплательщиков, долги по коммуналке продолжают расти. Часть опрошенных газет и экспертов относится к новой законодательной инициативе скептически. По их мнению, запретить собственнику продавать жилье технически невозможно, так как это идет в разрез с нормами Гражданского кодекса и Конституции. Другие специалисты отрасли недвижимости отмечают, что техническая возможность установить ограничения для должников существует. Нужно лишь сделать обязательным наличие справки об отсутствии долга за коммуналку при подаче документов на регистрацию перехода права собственности в Росреестре. Если такой справки не будет, право собственности нового владельца не зарегистрируют. Таким образом, продавцу недвижимости перед сделкой потребуется рассчитаться с поставщиками коммунальных услуг. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.